Маша, во-первых, поздравляем тебя с сегодняшним матчем. Ну, у меня вот такая сегодня приятная миссия. Твои поклонники из России, СНГ, Европы и Америки обязательно попросили все уточнить, все страны, передать. И художник Юрий Громов, вот он и вручную все это рисовал. Они сделали тебе такую матрешку с твоими всеми победами. Здорово. Во-первых, какая хорошая идея. Когда все думают, кому подарками подарить, у меня вообще никогда нету никаких идей, потому что я всегда могу сама что-то купить. А так рисунок еще нарисовать и на матрешке. У меня дома даже нету ни одной матрешки. Поэтому спасибо вам большое. Мне очень нравится. Как красиво. И на первой матрешке, конечно, он был Дон. Вот молодцы. Знают меня хорошо. Я уже подсмотрела, внутри такая же красота. Да, и US Open. И Australia Open. Ну да. Сейчас можно даже одну открыть. О, вот второй. Это я помню, этот вид в Америке. И глаза даже зеленые, все. Ну, молодцы. И платье такое же, и часы. Молодцы. Спасибо вам. Здорово. Здорово, когда столько людей тебя любят. Да, этому я благодарна. Ну, давай сегодняшний матч, да? Обсудим все-таки, да, вот он завершился буквально полчаса назад. Ты не играла до этого с Розано, тебе не показался она такой непредсказуемой и, в общем-то, так непросто играть с ней? Знаете, если честно, когда вышла сетка, и, я знала, что она в моей части сетки, я знала, что если я с ней против нее буду играть, что это будет очень тяжелый матч, потому что она была в двадцатке, стояла пару лет назад, даже, в прошлом году она не играла много, у нее была травма, но у меня тоже была травма, Но я знала, что она выйдет и может очень хороший теннис играть. И агрессивно она начала, здорово, так длинно все играла, я ничего не успевала. Но так собралась, когда проигрывала 0-3, было пора уже. И тренер у тебя эмоционально реагировал, и ты сегодня была даже более эмоционально, наверное, как обычно, чем обычно. Эта энергия помогла, потому что я чуть-чуть начала, или она так... Сначала хорошо играла, мы долго сидели, ждали матчи. Я какая-то вялая была, много ошибок делала из-за того, что она так прилично играла. Но нужна была эта энергия, я, конечно, благодарна, да. Вообще, пока все нормально идет, получается, от матча к матчу набирать все как надо. Да, с первого матча мне надо было прибавить, конечно. Я так первый матч даже легко выиграла. Вчера работала над разными вещами, потому что, особенно на прием, на подаче, это было сегодня очень главное. Следующий это Джорджес. Да. Знаешь ее? Мы играли с ней на глине в прошлом году в Страсбурге. Я ее обыграла, но она сейчас в хорошей форме. Она в прошлом году выиграла свой первый турнир и в Окленде была в полуфинале на прошлой неделе. Так что она сейчас в хорошей очень форме. И я надеюсь, что будет приличная игра. Будем ждать тебя после следующей. От подарков не обещаю пока. Надеюсь, что после будет еще какой-нибудь, может быть. Я, конечно, благодарю моих поклонников, потому что это очень замечательная работа. Спасибо вам от всей души. С Новым годом!